Честно, меня уже напрягает. Это... Да. Наверное, сейчас закончу эфир. Да, я увидела, что только зашел. Нету девушек, и мне от этого грустно, потому что мне нравится, когда девочки сидят, они задают очень классные вопросы, связанные со всем абсолютно. Они такие тупые, как некоторые. Вот так вот. Не скажу, откуда я. У меня уже нет настроения, вы испортили его. Ну, не вы все, но... Наверное, Ярик, я сейчас просто пойду спать. То, что у меня уже нет настроения. Я тоже пойду, потому что... Я расстроилась очень сильно. Поэтому мне нравится вести эфир днем. Единственное, что просто, мне кажется, у меня людей меньше, но хотя бы не такое. Нет, не бывало. А зачем ты отключил? Мне же ничего такого. Ну ладно. Пофиг. Ладно. Спасибочки. Я не знаю, очень сильно расстроилась, Ярик. Как будто, ну, просто... Привет. Я не знаю, просто я мега-мега расстроена из-за того, что, во-первых, я в эфир очень-очень редко выхожу в эфир, в принципе. И сейчас я вышла в эфир, а тут вот в самом начале все было так хорошо, как-то общение какое-то, а сейчас какая-то грязь вообще, фу. Мне противно находиться, тем более я понимаю, что, ну, сидит мужской коллектив, и я веду эфир, девочка 18 лет мне. Ну, я, конечно, рассчитываю на такой, ну, онлайн-растет, да. Сейчас я буду рассказывать просто... Ну, я не феминистка, все равно. Просто что это пишут мне молодые парни. Даже не мужчины 40 лет, как кто-то мне пишет. А именно вот 20-летние. А хотя, не знаю, может, мужчины какие-то 16-летние, я не знаю, сколько там кому лет. Но да... Ну какое, ну кто она хоть? Ну фу, я тоже вот это, блин, такие. Ну кому-то интересно, но если им интересно, они заходят, смотрят. Ну разве мне что-то пишут плохое они? Меня Полина зовут. Ну, я серьезно, я смотрю на фотки того, кто мне пишет всякую фигню, и там явно не мужчина 40 лет. А какой-то, ну, чисто такой. Мой ровесник, вот. Даже сегодня рассказываю вам ситуацию. Короче, к нам заселили, видимо, каких-то футболистов, мальчиков. Ну, они младше. Мне кажется, либо мои ровесники, скорее всего, либо, ну, окей, начнем. Ну, допустим, ровесники. И я просто сегодня выхожу, и прямо перед моей вахтершей, перед... Ну, просто какую-то женщину, которая там стояла с ними, может, какая-то сопровождающая, они начинают просто кричать мне по поводу моей фигуры. Типа такие, ого, какие-то, ну, вообще, короче, очень противно. Прям, ну, такие мелкие, не знаю. Да. Такой вот.
I'm 18 years old. Все, вы меня все так расстроили вообще. Ну, не все, но просто вообще. Теперь я... Даша, прикинь, я теперь очень расстроена. Не хочу вести эфир. Потому что, короче, мне просто, знаешь, уже тут начинают писать такое, типа, какую-то, реально, какую-то трэш, какую-то... Все, ну, короче, все, фу, такое все мерзкое. Я всегда вообще, я никогда не смотрю, типа, я же не первый раз веду эфир, но... Прикиньте, что у меня сидит на эфире 100 человек мужчин. Нету девочки. Вот. И мне уже такое просто пишут, просто уже какое-то, ну... Меня уже начинает это нагнетать. Да. Я знаю. Я же говорю, у меня была и как-то и больше онлайна, и... Все равно я понимала, что, типа, скорее всего, ну, не скорее всего, а, конечно, аудитория это больше мужская, но это факт. Так же, как и у мальчиков, да, парней. У них больше женская аудитория. Вот, но... Сегодня какое-то такое, может, у меня настроение такое. Я с Минска. С Белоруссии. Там 18 мне. Весна. Весна — это я. Сейчас хочу какой-нибудь весенний подарок себе. То, что я заплачу. Еще сейчас заплачу. Жесть. Вообще, конечно, даете. Вот такие цветочки от вас. О, что-то написали. Что еще показать? Какой ужас. Какой ужас. Жесть. Дай спать. Ну, скоро пойду уже, потому что там уже какой-то трэш начинается. Пишут уже какую-то такую ерунду. Завтра лучше зайду. Зайду днем, пообщаюсь с девчонками, реально. Что-что-что? На мормашке ты идешь? Что? Нет, не хочу. Спасибо. Я вот сейчас вообще не слежу за своим питанием. Раньше я старалась хоть как-то, но мне так тяжко вообще. Я сегодня съела 2 раза Макдональдс. Ночью она снимает норм. Здорово. Ужас. Какая проблема? По поводу питания? Нет, просто мне захотелось Макдональдс. Спокойной ночи. Сейчас напишу. Я сейчас заплачу. Сейчас покажу вам носки, а не ножки. Понятно? Всем приветик. У вас еще, в смысле, Макдональдс. Спасибо, Антон. Так, повисите. Я надеюсь, я приду, и у меня будет куча-куча подарков от вас. Конечно, я же циничная. Мне нужно только от вас. От мужчин.